Ну что ж, опять в канале я, ваш бессменный почти почтальон Печкин. И сегодня следующее сравнение ТТ военного времени с 1911, сделанный под военное время. Насколько, я надеюсь, вы понимаете, приобрести на доходы с YouTube мне 1911 реально военного времени невозможно. Но нету таких доходов. Нету и все. Кстати, для утоления жажды пользуюсь гейтерейдом. Много сегодня разговариваю. В общем, как вы, наверное, уже видели у меня видео, появился турецкий ТТ от фирмы Tizaz, импортированный в США фирмой SDS, сделанный ближе к военному стандарту. Ну и, соответственно, ТТ. У меня чисто военный стандарт 1943 года, импортированный фирмой TG Import когда-то, до 90-х годов, судя по всему, потому что нету никакого внешнего предохранителя. Еще раз, разбирать смысла никакого нету, это мы уже делали и в виртуале смотрели, но теперь можно будет сравнить более военного времени как бы детали. По крайней мере, в военное время и подвоенное время. Видите, очень схожие магазины по внешнему виду. Направляющая на ТТ, конечно, другая. Но, как я и показывал в других видео, есть и 1911 с такого типа направляющей. Просто, соответственно, под размер 45-го калибра. Очень похожий внешний тип. Типаж практически идентичный, если серьезно говорить. Стальные магазины с отверстиями под... Возможность посмотреть, сколько в нем патронов. Разница между ними в толщине. Ну, соответственно, 45 и 7,62 патроны. Так что вот они, видите, перед вами. Сегодня будет очень краткое видео. Магазины разбирать я не буду, потому что, честно говоря, даже не знаю, как они хорошо разбираются. Видите, вырезы здесь, конечно, на разной длине. Но, в принципе, похожие, очень похожие магазины. Внешне, по крайней мере. А чего может быть между ними разным? Теперь давайте посмотрим на пистолеты. Ну, конечно, 1911 будет потолще в затворе. Толщина затвора, толщина пистолета, потому что то же самое. Разные емкости разного калибра. Точнее, разные калибры. Как мы видим, еще раз, 1911, конечно, отличается до определенной степени. Ну вот, например, прицельные приспособления у них уже очень похожие, в отличие от более нового 1911. Чистый механический нерегулируемый прицел и целик. И то же самое на ТТ. На ТТ они немножко выше. Наверное, для того, чтобы быть выше, чем курок. Видите, у 1911 курок выше не идет. Давайте я верну камеру назад, чтобы, честно говоря, было... лучше видно до определенной степени. Так что немножко потряслось, но зато теперь фокусироваться будет лучше. Вот. Прицельное приспособление 1911 классики, скажем так, времен Второй мировой войны. Вот эти два пистолета. Перекрест. Насечки, конечно, разные. Видите, здесь, кстати, по-моему, не совсем точные насечки, но хотя... близко к тому, что должно было быть. А здесь это чистый оригинал. Клавиша задержки и сброса затвора практически идентичная. Почти идентичная. Все-таки здесь немножко больше выступает у ТТ. Все-таки ТТ на 20 с лишним лет новее 1911. Поэтому и, в принципе, у него, у токаря была возможность посмотреть, что откуда взять. И еще раз для многих говорю... ТТ не пришел из 1911, ТТ пришел из 1903, как, в принципе, и 1911. То есть, в этом пистолете есть деталь от 1911, одна. Какая, да, мне интересно, что вы напишете. Но это всего единственная деталь, все остальное здесь от 1903. Как ни странно, многих вещей тут нет. Ну, что поделать. Разбирается, конечно, по-другому, но смысла разборки сейчас не вижу. Сегодня чисто визуальная... сравнение.
Ну, еще и по звуку можно. Ну, конечно, 19-11 плавнее ходят все-таки. Честно говоря, по качеству пистолет 19-11 намного выше ТТ. Это не умаляет значимости ТТ, особенно для советского времени, особенно для Второй мировой войны, потому что он был призван заменить собой наган. И это произошло в стране, реально говоря, экономически и технологически отстающей очень сильно по громадному количеству причин, которые обсуждать смысла нету. И просто вообще имея возможность получить практически полноценный полуавтоматический пистолет за небольшие деньги. Он гораздо дешевле в производстве, чем 1911. Особенно на тех станках и с теми рабочими, которые были доступны в Советской России. Или в РФСР. РФСР на тот момент в Советском Союзе. Это очень важно. И это гораздо лучше, чем наган. Ну и, конечно, патроны свои лучше, чем какие-то зарубежные. То есть в этом тоже был плюс, особенно учитывая, что маузерские патроны было достаточно легко найти. Да, нету никакого предохранителя внешнего на ТТ. Нету его. В принципе, вот это называется предохранитель. Давайте безопасное направление. Сниму их с спуска. Спуск на обоих пистолетах неплохой. Вот это я вам честно скажу. Учитывая, что я с них стрелял, ну, с этого я не стрелял еще, с ТТ стрелял. И многих разных 19-11-х. Видите? Затвор немножко сложнее передернуть, особенно если курок не взведен. Но не настолько все плохо. ТТ явно технологичнее 19-11 для советских заводов, безусловно. Давайте поговорим о полувзводе. Так называемом. Вот это, наверное, называется полувзвод. Когда ни затвор не передернуть, ничего нету. Видите? Здесь то же самое, но только затвор можно передернуть. То есть, реально говоря, вот этот полувзвод на 19-11. Можно еще и на внешний предохранитель поставить. Видите, нет никакого. То есть это не ТТ-ская, не ТТ-шевская вещь вообще. Реально говоря, это с тем же успехом взятая от Браниловской системы. Просмотрим, как взводится. Кстати, в данном случае разницы особой не вижу. Я специально в перчатках, чтобы проверить, потому что все-таки в перчатках усложняет работу с оружием до определенной степени, хоть и в таких перчатках, которые предназначены для очень хороших ощущений. ТТ, я подозреваю, было удобнее носить скрыто. Он все-таки уже. Давайте посмотрим разницу по весу. Потому что теперь уже имеет смысл сравнивать, потому что тот пистолет, который у меня был в предыдущем видео, это современный 1911. И он тяжелее. ТТ без магазина буду взвешивать. 778 грамм. 19-11 тоже без магазина. 1023 грамма. 1023-778. Разница, мягко говоря, чувствительная. Ну, он, конечно, еще и меньше. Ну, как мы еще раз говорили. Сделан из разного материала, возможно. Все-таки здесь подешевле, я думаю, сталь потоньше. И, соответственно, под другой калибр. Но все-таки за килограмм и меньше 800 грамм. 200 грамм это довольно-таки много, если серьезно говорить. Да, безусловно, в стрельбе ТТ гораздо хуже, чем 19-11. Чисто за счет своего калибра. Я думаю, 9-мм версия была бы приятнее. Просто 7,62 на 25 – очень резкий калибр. При этом летит далеко, пробивает много, останавливает сравнительно меньше. 19-11 – это уже 11 мм. Не 7,62, а 11 мм. И, соответственно, гораздо тяжелее пуля. Реально в несколько раз тяжелее пуля. Летит меньше, но энергии приносит больше.
меньше скорость, больше вес пули. Маленькая пуля, легкая, с большой скоростью. До определенных ситуаций полезно. Пробиваемость намного выше у ТТ, чем у 1911. Еще раз, я считаю, что калибр, реально говоря, 7,62 на 25 или 7,63 на 25 Маузер, предвосхитил себя. Он сейчас был бы более серьезным, чем тогда. Потому что пробивать особенно было мало чего. Были, конечно, так называемые штурмовые группы у немцев, у итальянцев даже тоже были, которые в кирасах бегали. Но они все-таки нанесли на себе настолько много дальнего вооружения, что пистолет против них смысла никого не играл. При работе в городах, да, можно было, я думаю, прострелить какую-нибудь дверь или что-то такого из ТТ и нанести повреждение тому, кто за ним прятался. Но шанс такой был исключительно редкий. Так что и тот, и другой пистолет свою роль сыграли, и они оба были полезными на войне. И, честно говоря, нельзя умалять их роль. Нельзя, реально говоря, сказать, ну вот, 1911 самый-самый лучший. Нельзя. Потому что он, может быть, был лучше для тех, кто его имел. А что делать тем, у кого были наганы? У них следующий вариант был только такой. У них не было вот этого варианта. У них не было за ними громадной могучей индустрии США. У них были бедные, голодные подростки и женщины, клепающие на заводах. Вот такое вот изделие. Так что нельзя забывать, насколько вообще много чего, пота и крови вложено в создание этих ТТ. Разные страны, разные ситуации. При этом все равно нельзя забывать, что, конечно, реально говоря, своего в ТТ только отсутствие эргономики. Вот честно скажем, ну, практически ничего своего здесь нету. Своя сборка, да. Удешевление, технологичность. Но это все, в принципе, стандартная вещь. Нет оружия практически сегодня, которое что-то не взяло бы у другого, у предыдущего, у соседнего. Все это продвигается, реально говоря, воспользуясь идеями предыдущих изобретателей, предыдущих инженеров, предыдущих компаний. И то же самое. Не забываем, что в России, в Российской империи были и 1911, и 1903. Вообще, в 1911, если мне память не изменяет, было больше 10 тысяч закуплено, которые, скорее всего, вот так вот и выглядели. То есть было на что посмотреть. И браунингов в России традиционно было очень много разнообразных, в том числе 1903. Так что ничего удивительного тому, что появился такой ДТ, посмотрев на то, что было доступно, ну и самое главное, доступно с точки зрения патрона, нету. Хотя с точки зрения, посмотрев, это чисто американский пистолет по своей конструкции. Потому что вот этот сброс кнопочный, это только в Америке использовался на тот момент. Или чуть-чуть, совсем чуть-чуть в Европе браунингом, например, то же самое High Power, лучший пистолет Второй мировой войны, потому что он предыдущие пистолеты создавал для Америки. 1911, его предыдущий пистолет. И ТТ уступает, и 1911 уступает High Power. Оба их уступают. И по емкости, и по удобству. По цене не уступают, я подозреваю. Так что, в принципе, хорошие пистолеты. И тот, и другой исторические. ТТ более исторический, 1911 до сих пор пользуется много где. Ну и ТТ тоже вроде где-то пользуется. Как раз сейчас, скажем так, если бы его немного улучшить, если бы у меня был не советский ТТ, который я не хочу менять ничего в нем, то я бы поставил сюда другие прицельные приспособления, другие рукоятки, заменил бы, наверное, дульное устройство, поставил бы сюда какой-нибудь дульный тормоз. На этом не хочу. Он слишком редкий и слишком дорогой, чтобы чего-то в нем делать и чего-то, возможно, испортить. Я этого делать не буду, хотя у меня все эти возможности есть. То же самое, как 1911. Стандартный 1911, вот этот, он не настолько удобен для стрельбы по сравнению с новыми. Особенные прицельные приспособления, предохранительные службы, вещи. Но при этом отличие его от современного очень маленькое. Так что он может быть вполне пригоден. Правда, магазины вот такие я бы не использовал, но это другой вопрос. Так что вот, вот такое вот краткое сравнение, сравнительно краткое. Военного 1911 и военного же ТТ. Вот чтобы просто на них посмотреть. Вот они, видите? И по ним четко видно, что они
дети одного и того же конструктора или внуки. Жалко, я не могу найти FN1903. Тогда было бы еще проще, еще интереснее показать, потому что у меня только есть фотографии сравнения 1903 с 1911 и ТТ. Причем FN1903 не Colt, а FN. Кстати, для тех, кто не знает, Colt, все-таки купив 1911 и 1903 Colt, Браунинг после этого не мог использовать детали 1911, потому что патент принадлежал Кольту. И, соответственно, High Power очень много чего в себе не имеет от 1911. И я хочу в одном из будущих видео сравнить еще раз 1911, вот этот именно, и Браунинг High Power, который у меня есть. На этом все. Спасибо за внимание. До следующего видео.